Привет, YouTube. Пара обзоров. Тут не пара и не пара, даже много будет обзоров. Со мной связался человек, я с ним связывался, он мне отписал. Я думал, у них три соуса. Острое трио. Вообще, изначально тебе историю сейчас расскажу, что в Ярославле, в самом центре Ярославля, имеет часто располагаться пивной бар. Да не просто бар, а с едой, со всеми делами. Да не просто со всеми делами, а с интересными условиями. Там заводишь карту, кошелек, кладешь туда денежку, и потом из любых кранов, из 14 видов пивов всяких, хлебаешь из любых кранов любое пиво в неограниченном количестве до тех пор, пока не обоссышься. Как сектор газа пила, пиво было... Хоть убейся, обоссысь хоть сапоги! Вот такие интересные условия. Вообще это спортбар, пив-бар. Сразу говорю, что я не противник и не приверженец алкоголя. Все хорошо в меру. Кавказцы перед едой каждый раз вина, стаканчик выпивают и живут до 100 лет. Все хорошо в меру, все есть лекарства, все есть яд. Смотри аккуратно. В общем, чему про алко? У нас же не алко канал. А дело в том, что там подаются наггетсы и крылышки именно под этими соусами. И я предполагал, что там острое трио, три соуса. Каролина, госпеппер и же с нею. Но оказалось, вот такая коробка, которую я не буду поднимать ее. В общем, вот такой добросовестный партнер, респект ему. Оказалось, что у них там дофига соусов. И всего остального тоже. Соусы делают сами эти партнеры для своего бара. И под этими соусами подают крылышки, наггетсы и прочие дела к пиву. Но не обязательно к пиву. Мы с тобой просто так употребляем. Блять будем. Прямые ссылки будут закреплены в комментарии. На Озон, на Валбаре. Можно вот здесь найти. Чуть больше 1000 денег за 3 прекрасных острых соуса. Надеюсь, острых мы еще не пробовали с тобой. Это, сам понимаешь, пшик просто-напросто. Я поразился ценником и поразился тому объему, который вдруг пришел. В отличие от тех партнеров, не сильно добросовестных, у которых большой ассортимент был, а прислали нам 3 вот таких штучки, блин, еще и заставили через весь город ехать на такси за ними. Это пришло до двери практически. Партнер прислал до двери. Великая преамбула была, в общем-то. У них вроде как там не 3, а штук 1, 2. Вот, смотри, считай. Это вот список по остроте, которого мы будем придерживаться. Давайте, наконец-таки, вскроем коробку и будем вместе удивляться всему содержимому в ней. И будем по-простому открывать, вандальским образом. Слава богу, якут у нас есть от Льва Филатова, величайшего кузнеца всея Сибирь. Вот так открываем. И тут у нас много. Вот, на заметку будущим партнерам. Конечно, канал у нас карликовый. Всего 10к подписчиков. Но Макс тратит время, энергию и силы на создание контента. Поэтому хотелось бы, чтобы вот такие партнеры были. И это прям я медаль нарисую партнеру. Очень много, ну очень много всего. Вздриснула кошка. У нас опять кошка тут гоняет. У нас все бродячие кошки сюда сбираются. Вот такое количество банок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, наверное, 15 или 14. А, нет, это само острое трио, скорее всего. Вот из-за него я связался с будущим партнером потенциальным в то время. Потому что мне очень понравилось. И как подача, кстати, ТАП называется бар этот. И вот такой у них мерч свой. Вот, пивной бар, видишь? А тут суперхоты. Ты смотри, какая красота. И называется это дело Lava Hot Sauce. Потому что по одноименному названию здесь находится Каролина Риппер, Лава, собственно, сама и Скорпион. Вот здесь устрашающие знаки всякие, предупреждающие. Не жри, не лакай, не хлебай. Не хавай. Ты что тут? В общем, я, наверное, все сейчас раскрою, чтобы нам знать, где что находится. И по списку мы будем с тобой уже все... Ну, это капец, конечно. Я понимаю, конечно, что такой маленький канал не заслуживает такого внимания. И от этого вдвойне благодарность партнеру. Ярославлю, привет! Я забыл привет Ярославлю передать. Привет, Ярославль. Сейчас все распакуем и вернемся.
Угу. Прививку тебе делаю. Это того стоит. Я не знаю, что со мной сегодня будет. Пизда мне, но зато будет весело. 15 соусов, ребятки. Сколько? 16? 16. Один бракован, не бракованный, а вот один не доехал. Пивной бар Джимми Чили 100 мл. Походу разбили. В дребезги. Конечно, в дребезги. Вот такой ассортимент. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16 соусов. 16? От души партнеру за такое внимание, необоснованное, к такому карликовому каналу, как наш. Я вообще рассчитывал, что вот это только у них есть. Я даже не знал, что у них ширше. Ширее ассортимент. Я вот думал, Каролина Риппер, Лава и Скорпион будут. А оказалось, все намного круче. Вот такой ассортимент оказался. Мы взяли хлебушка, кусочки с собой. Куда? Тестировать. Так, у нас здесь есть список по остроте, шкала по остроте. Сейчас мы будем ориентироваться от нее. Мы же не можем самый жгучий попробовать, а потом лайтовый пробовать. Смысла тогда в этом никого не будет. Отдельно почему-то оформлена совершенно по-другому вот такая упаковка. Все вот крафтовые такие упаковочки, а пивной бар... А, кстати, пивной бар. А, нет, это другой. Я думал, та, которая разбитая. Везде предупреждающие значки висят, что не хавать. Не хавай. Не хавай. Быстро положишь. И будем ориентироваться от этого. Так, Хани Барбекю. Наверное, вот так. Выключай пока. Наверное, мы выключим. И сейчас мы отсортируем все. Маленько место дислокации сменили. Там прям солнце светит. Мне кажется, я побоялся, что засвеченные кадры будут. Все, мы разместили всю линейку отсюда до сюда. Тут самая лайтовая тема, тут самая мощная тема. То есть, сам то бишь тап. Тап-тап это в Ярославле бар. Сам в центре Ярославля находится. Где можешь попробовать вот все это? Но если не хочешь туда или не можешь, тогда на Валбаре Озон и... И начинаем. Еще отдельное слово хотел сказать оформлению, подходу партнера, как человек уважительно относится к своему потребителю, который будет все это приобретать. Я один у нас, к сожалению, не доехал, но это не беда. У нас первое начинается барбекю соус. Вот по этому значку смотри остроту и прочее. Крафтовая упаковка и крафтовый же соус. Его не может быть в никаких лентах, никаких ашанах и прочем. О, да еще и в стекле. Да, это стекло. Ой, какая красота. Хони бибикю. Бибикю это барбекю. Очень красиво, очень сильно нравится, люблю, не могу. Дело в том, что здесь все пломбировано. Вот такие не сургуч, но вакуумированные пленки стоят, никуда ничего не выльется. Так, 24 год, 10.06.24. Ты только оцени, это стекло, это очень недешево стоит все. Снимаем пломбу. Ты там запасайся ништяками, чаями, кофеями, заваривай то, что любишь, потому что видос обещает быть здоровым. Может быть, это самое большое видео на канале будет, я не знаю, потому что очень много соусов. Еще защита от первого вскрытия есть. Ой, как пахнет копченостью, охренеть можно просто. Точно, барбекю. Так, вот так как-то буду насыпать, чтобы тебе видно было цвет, консистенцию. Вот таким образом. Всем, кто кушает полезного аппетита, пробуем первый. Хони бибикю. Тап. Я потом буду все пробовать, иначе вообще затянется видос. Я уже попробовала. Так. Сладенький. Кисло-сладкий соус. Ко всему подойдет абсолютно. Не острый. Это вкусно. Это не про остро, это про вкусно. Замечательный. Тут, я так думаю, ЕЛГ достанется и мне, потому что тут и остро, и не остро будет. Оформление, это просто капец. Drink Cranberry, пивной бар Tap. Это мерч от бара Пивнага. Все то же самое. Пока ничего острого не было. Но мы попробовали одну бутылочку друга. Первая защита от первого вскрытия есть. Ой, я даже не знаю, что это. Мы не знаем, что это такое. Необыкновенный какой-то запах. О! Твою дивизию. Как можно? А что он такой жидкий-то? Опять засрал. Капец. Он что такой жидкий-то нафиг? По запаху на сливу похож. Это и есть на сливу. Ладно, вот так. Варенье. Это прям варенье. Это варенье какое-то. Варенье. Вот так ставь. Последовательность та же самая. Вот сюда, пожалуйста. На сливовое варенье похоже. Так, будем знать теперь, что разные консистенции все соуса. Это говорит о том, что это не из одной бочки точно никак. Блин, да что вы нафиг? Кто? Этот чувак. Кто оформление делал? Я просто преклоняюсь. Терияки. Вот такой вот. Стекло, да еще и оформлено вот так. Это просто капец. Ты понимаешь, как серьезно подошел производитель к своему товару? А это не для того, чтобы сильно лучше покупали, ну и в том числе. Но это в первую очередь уважение к потребителю. То бишь нам с тобой, крестьянам. Терияки.
По-моему, это вкуснейшие тереки, из которых я пробовал. Вот так, наверное, будем делать. Вот это погуще. Вот так выглядит это дело. Жирный какой-то, маслянистый, густой. Солененький. Ну, терияки, он солененький. Ну, остроты по-прежнему еще никакой нет. Индийский карри. Я хотел сказать, что на любой вкус и цвет найдет любой себе человек по вкусу соус. Больше этой линейки я не видел. Индиана карри. Вот он карри. С мясом или крылышками, или наггетсами, как подают. В баре тап. Это, блин, оттуда хрен выберешься это, с такой едьбой. Это же надо такой мерч. О, божественный аромат. Я непредвзято отношусь. Вот понюхай. В магазинах такого нет карри соуса. Да, с хлебом не поймешь. Я все понял, не знаю как. Ну, пивни так. То есть в KFC и прочих Макдональдсах такого соуса я никогда не встречал. Если не веришь, это надо купить и попробовать. Он божественный. Тем более, что вот, на Wildberry или Озон, вот он, на Озоне весь список. Там кроме этого острова Трио, еще вот эти все соуса можно приобрести по отдельности причем. Это просто восхитительно. Прелестно. Crazy Garlic. Га, да, чесночный. Безумный чеснок какой-то, короче говоря. Чесночные соуса я люблю, уважаю. Да. О, я буду как делать? Я сейчас побольше наливать буду. Буду пробовать и отдавать. Да, чесночный соус. Кисло-сладенький. Кислота на первом фоне, сладость на втором и ярко выраженный вкус чеснока. По-моему, даже копченого. Вот тут уже начинается острота. Кстати, да, чуть-чуть есть уже. Ну вот она и по нарастающей идет. Манго-хабанеро. Очень часто крафтовые соуса делают люди, которые делают из Каролин Риппер, делают с манго. Манго и Каролин Риппер. Видимо, лучшее сочетание. Сейчас посмотрим концептуальность этого продукта. И часто они все похожие. Капец. Ну, мое почтение. Тут индейец такой. Кстати, кто не знал, количество перьев у индейца на голове, это символизирует побежденных врагов. Вот, допустим, у него 50 перьев на башке. Значит, 50 человек он за этого. Умершвил, короче говоря. Мягко так выразимся. Ты же видел, что бабы не носят там перья у них? Мужики носят. Бойцы. Победители. Как звезды на наших самолетах. Сколько сбил противников. Вот это жидкий, видишь? О, о, жидкий. Прям вот такой. Сладкий, чуть пикантный, нет ярко выраженного вкуса, и манго яркого вкуса нету, и это радует, он отличается. А вот эта бутылка у нас разбитая, походу, пришла. Здесь у нас Джимми Чили. Она мокрая? Нет, она не разбитая. Почему же она мокрая? Не знаю, почему она мокрая. Бутылка целая. Кто-то обостял, наверное. Кот, наверное, обостял, подлец. О, она пшикнула почему-то. Нет, она забродила, мне кажется. Оно открываться не хочет. Ну что? Не знаю. Нормально. Нормальный. Он жидкий Джимми Чили. А вон пузырьки видно. Ну, нам это не страшно. Оно вкус хороший. О, он самый острый пока что из этой линейки. Он как будто с уксусом. Или уксуса переборщил, ну, неважно. Но это ничего страшного. Самый кислый пока что. Следующий у нас соус Азия. Да, очень красиво. Респект художнику. Вот тот кислый, который маленько это, он самый острый покажет. Соус Азия. Запах самый оригинальный. Так, льется мало мне тут, ибо он жидкий. Необыкновенно оригинальный вкус какой-то. Ага. Ой, он вкуснейший. Тут не пальчики облезешь, тут, блин, язык проглотишь нахрен. Что за вкус, я не могу сказать даже. Но что-то фруктовое, однозначно кисленький и остренький, пикантный. Вот зайдет любому. Хабанеро. Потихоньку приближаемся к серьезным соусам уже. Хабанеро. Вот такой чувак. Сомбрери, сомбреро. Все то же самое. Есть пломба, все дела. Так, он жидкий уже отсюда вижу. Так, я, наверное, на хлеб не буду, блин, мазать. Буду я пить из крышки. Он жидкий. Очень жидкий. Так, ну мне хватит вот так облизнуть. Нет ярко выраженного вкуса никакого. Кисленький. Острый. И остренький. Уже, ну как бы серьезней острый. Примерно как чили-перец. Апокалипсис. Вот это наш, может, порвет сейчас. И мне уже интересно, как оформлена бутылочка. Еще боюсь постоянно уронить. У него из одного уха в одно влез перец чили, из другого вылез, короче. Ну, намекает. Все может быть опасно уже. Ну, последний хорошо прям прижигает уже. Ой, помялась пробочка. Этот погуще, поэтому его вот так навалим. Так, апокалипсис. Для апокалипсиса, может, много? Пробовала? О, да, острый.
Во, вот это уже хорошо. Прям чувствуется. Освобождаем место. Да. Ох. Хорошо греет прям. Каролина Риппер. Очень так радует эта линейка. Она вот мягкая-мягкая, совсем лайтовая. И чем дальше, тем мощнее. Ой, ну красота просто. Просто оцени оформление. Эти не боссаны этот. Какие там мариара стоят эти соуса. Ну и вимексы, и же с ними, короче. Это. А тут прям, держите мне семеро. Тоже пшикнул почему-то. Так, он вместе с защитой от первооткрытия открылся. Он побежал, братцы, куда-то. Ну ставь его сюда, ставь его. Он булькает, он, короче, он ферментируется еще, короче говоря. Так, по какой причине это может происходить? Возможно, ферментация не дошла еще, или ехали долго, может, их нельзя было так долго перевозить, не знаю. Каролина. Ё-моё. А это еще и самый вкусный соус оказался. Будешь пробовать? Закрути его, может, не потечет. Что ты орешь? Это очень вкусный соус, блин. От того вдвойне обидно. Манго, что чувствует? Манго, по-моему. Или манго, ну какие-то экзотические фрукты безумно вкусные. С чем связана утечка, я не знаю, химикатов опасных. Скорпион. Вот для меня он очень. Ну для ЛГ уже остро это, да. Скорпион. Я так и думал, что он и будет нарисован. Знаешь, мы зря оболгали кота, это не кот обоссал, это оно само вытекло. Да почему он там лазил? Вытекло, так не так бы было. А вот так, как на этой бутылке. Скорпион. Я уже пробовать не буду. Как барбекю пахнет, как барбекю. Пахнет барбекю. Наливаем хорошее количество такое, вот так, прям по полной. Вкус барбекю, а ну-ка я еще крышечку тяпну. Ваше здоровье. Что сильно острый. Ну, сейчас тебе дам попробовать, не знаю. Не, предыдущий. Примерно как, ну, острее, чем чили перцы, это точно. Теперь у нас, братцы, остался пивной бар, вот этот тап-тап. Это уже прижигает. И тут плавящийся чувак уже нарисован такой вот. Сейчас я покажу, вот так это выглядит. Это у нас сам тап-тап, собственно, собственной персоной, с одноименным названием. Безобразие с двух сторон. Да, он же нарисован. Но это надо сказать уже прилично. Вижу жиденькая консистенция. Пахнет остро и опасно. Я налью крышечку. На хлеб тут лить. Это остро. Слеза появилась даже. Это для нас уже с тобой как бы странно. Что, у нас осталась одна коробочка, и я так думаю, что в благодарность партнеру я включу этот обзор в отдельную тему и сделаю еще один видос. Да врублю. Просто жарко мне уже, жгет все. Не, правда, сделаем еще один обзор на эту тему. Вот отдельную эту коробочку прям. Смысла сейчас нет, есть ее. Мне и так остро. Я уже там не пойму ничего просто. Так что мы подождем немного и сделаем полноценный обзор на вот этот пак из трех соусов отдельный, коим он, собственно, и является. Я заказывал, ну, на обзор именно вот эту тему и думал, что придет только вот эти три баночки. Но партнер сильно добросовестным оказался и сказал, что у них кроме этих трех бутылочек есть еще целая линейка соусов. Начиная от самых, они вообще, ну, ноль там остроты. Тут не про остро, тут про вкусно. И заканчивая тем, что меня практически порвало, по большому счету. Очень мощно, добросовестно. Расход будет минимальный, потому что это очень остро. Допускаю даже такой вариант, как смешивание этих острых соусов с каким-то кетчупом или чем-то, чтобы разбавить остроту маленько и сделать больше соуса. Каролина Риппер, очень вкусный соус. В той коробочке, я уверен, он не потек, а он там будет иметь место еще находиться. Мы еще раз протестируем его. Ярославль, привет. Бартап. Да, это мощно, слезы бегут. Это сильно.
Даже для нас с тобой прожженных чилихедов практически уже. Ну, уже отпускает потихоньку. Дружище, мы сделаем тебе еще один обзор отдельно на эту коробочку. Больше обзоров, больше охват аудитории и территории просмотров. Ну и будет еще один обзор. Ну все, уже попустило. Что я могу сказать? На сегодняшний день это, наверное, самая длинная, большая, широкая, с широким спектром вкусовых карт линейка. На любой вкус каждый найдет себе свой вкус. Даже те, кто не любит острое, здесь есть вот, наверное, до этой степени совершенно не острые соуса. Тут не про остро, тут про вкусно. Но чем дальше, тем попораздирающие. Даже нас с тобой порвать смогла практически. Последний. На каком я там сдалась? Последний по остроте, братцы, это, наверное, ближе к самым острым орехам. Потому что я не помню, чтобы самые острые орехи так меня нагнетали. Ну, может, просто забыл, не знаю. Ну, самые острые орехи на 15 миллионов сковелей, но я не думаю, что здесь такая острота. Но, может быть, от того, что давно не ел. Да как давно? Я сегодня только, блин, трепись ел лапшу. Врете. Не знаю, с чем связано. Еще немаловажный факт. У меня нет никаких резей в животе, в желудке. Я не знаю, с чем это связано. Обычно... Это хорошо. Обычно как будто ножом режут по кишке. Нет никаких неприятных ощущений. Кроме того, мы пробовали вот какие-то, может, недоферментированные, ферментирующие еще соуса. Но, несмотря на то, что он потёгивает, самый вкусный... Не, бибике и барбекю тоже вкусный. Я не могу выделить тут никакой. Они по-своему каждый вкусен. Даже те, в котором нет капсаицина, они, блин, провкусно. Ярославлю еще раз привет. Тап-тап бару привет всем болеющим там. И там, кстати, стоит огромный телевизор, кинотеатр целый. Люди там пьют крафтовое пиво с разных стран мира. Хоть упейся, если приобрел карту-кошелек. И смотрят матчи всякие. Самые лучшие, элитарные, короче говоря. Вот такие дела. Рад. Безумно. Безумно рад, что познакомился с этой линейкой, потому что это очень вкусно. Возъедаться совсем чем угодно будет, потому что тут на любое блюдо можно выбрать соус. К мясу, к рыбе, к салатам и прочим вещам. Кот ушел. Еще один кот приходил покушать, а мы тут, понимаешь, заняли место. Очень-очень рекомендую попробовать хоть какой-то из этих соусов. Какие из них хуй с ху ты уже знаешь. На Озоне можно выбрать поштучно какой-то из соусов, любой. Очень рекомендую Каролина, вкуснейший соус. Бибикю, да все, они все вкусные. Вот, вау. Глотайте слюну, кайфуйте. Всем от души за просмотр. Рекомендовано категорически. Партнер от души, очень добросовестный партнер. Мог прислать просто коробку из 3 штук и сказать, пили мне рекламу, и все. И все. Но вот так подходит человек к этому, по-человечески. Человек по-человечески ведет себя. Я говорю, народа много вокруг, а людей-то мало стало. Ну а пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя и своих близких, здоровья всем сибирского. Ну а пока-пока. Вот отпустила уже и опять охота что-нибудь теперь. Это вот такое дело. Оформление, еще раз говорю, тысячи раз мое почтение. Художникам, оформителям, маркетологам, всем респект еще сибирское наше. Пока. Уже все. Качественно очень. Снимаешь еще? И везде вот это стоит. И это не шутки, будь аккуратен, потому что могут и гастритные приступы быть, приступы гастрита и прочее. У меня гастрит есть, так что хоть соус. А, хватит тусоваться. Наверное, самый большой обзор. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.